Добро пожаловать на канал Hardware Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto G23. И сейчас мы разберемся, как перейти в безопасный режим на нашем телефоне. Для этого нам нужно зажать кнопку питания. Появляется всплывающее окно, где мы зажимаем кнопку выключить. Еще одно всплывающее окно, где мы нажимаем ОК. Телефон будет перезагружен. Итак, когда телефон будет перезагружен, мы обнаружим такую плашечку «Безопасный режим», что будет значить, что все скачанные приложения будут неактивны, и мы сможем их беспрепятственно удалить. Если хотите выйти из безопасного режима, просто перезагрузите ваш девайс. Зажимаем кнопку питания, после чего нажимаем кнопку «Перезапустить». Итак, когда телефон был перезагружен, как видите, с безопасного режима мы вышли. Единственное, что после перезагрузки телефон не выходит с режима полета, поэтому это надо сделать вручную. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!